Здорово, Санек. Здорово. Как твои делишки-то? Да ничего. Че там по зубам? Маленько. Да залечил кое-какие. Сколько? Обставлять только на очередь поставили. Ага. Ну, короче, дело движется, да? Ну да. Че там, футбол смотрел сегодня? Смотрел, да. Кто с кем играл? Наши с Финляндии. Играют сейчас еще. Ну ты вышел там, какой счет был? 1-0 наши или. 1-0, да. Ну еще по финнов не выиграли. А до этого с это кем не хоккей. Ну ты обзор сделай, что там, блин, вообще да по футболу. Да что, я особо так не фанат, конечно, не разбираюсь. Ну понравились вот португальцы, понравились эти, сейчас. Сборная... А, голландцы. Да. А сборная Узбекистана? А есть разве такая? Это по хоккею, наверное. По хоккею, да. Да ну, я не смотрел, что это за дрочек. Ну ладно, понял я тебя. Вот, смотри, вопрос номер один. Существует версия, что вокалист известной группы Doors не умер и до сих пор мирно проживает в какой-нибудь благополучной стране. Вот, что ты об этом думаешь? Ну, я думаю, что Моррисон умер. Ага. Откуда ты знаешь, что он умер? Ну, как тебе сказать, ну... А зачем ему нужно было вообще прятаться, куда-то уходить? Ну, чтобы его фанаты не беспокоили. Ну, а как? Это пластическую операцию делать. Может, он с ЛСД спрыгнуть хотел. Или наоборот, хотел все время подсесть. ЛСД. Да, жрать, чтобы ему не мешали. А то ему вечно он там заставляет концерты какие-то там играть. Да. Выступать. Хуи показывать. Он такой фигней занимался? Да. Зачем? Его арестовали на сцене. За что? Ну, за то, что он штаны снял. Болтяра трясла. Да, вынул его. Полиция сразу пресекла. То есть они вот нажрались вот этого ЛСД, короче. Ну, я не знаю, как насчет других там членов Doors. А он точно нажрался. Да? Ну, да. Да он, по-моему, я смотрел пару каких-то концертов. Он там вообще какой-то невменяемый. Ну, он такой. И по сцене, короче, какой-то голый хоровод крутится, блин. Ну, он такой он и был. Это вот под ЛСД, ну, вот да, такой фигней. Ну, да, да. Ага. То есть, короче, так что я верю в то, что он умер. Да. Пацаны, у меня аритмия. Да урод ее ебать. Ладно, смотри, Саш, вопрос номер два. Как ты думаешь, в случае, если Россия будет воевать с НАТО, стоит ли мобилизовывать вооруженные силы представителей сексуальных меньшинств? Да ну, не надо. Как не надо? А нахер они нужны? Вот смотри, я могу с тобой поспорить. Вот я вчера смотрел сериал, он, в принципе, уже как бы старый, называется «Игра на выживание». Вот там самый крутой драчун, блядь, боец ММА. А, голубой, был голубой. Есть такое, да. Я знал одного, он тоже постоянно... Ты на нем пахать можно, блядь. Да, увязывался. На нем пахать можно? Да. Как, вот как его в армию-то не взять? Пусть пашет в армии. Ну, с другой стороны, да. Че, думаешь, там все... И в Америке. Все гомосеки, а что в Америке, мы про Россию говорим. Гомосеки, лесбиянки. Что ты думаешь, все гомосеки? Нет, типа, блядь, нет. Хлюпики? Нет, там нет. Шайбы. Я знаю, да, нет. Есть. Ты вон вспомни, бар «Голубая устрица». Да. Какие черные властелины, да? Черный властелин. Так что тут, блин, прикинь, вот не будет хватать народу в армии, придется их загребать. Придется, да. Блин, а в принципе, а как их не заберут? Что, они справку приносят? Что, по убеждениям, ну, или да, что? Да. У нас же не собирают только если верующие там. И то они какую-то там дополнительную комиссию назначают. Ну да, по убеждениям. Ну да. Да. И то они служат как бы в госпиталях, там вот, таких, ну, санитарами. Говно убирают. Ну да, типа того. А еще можно это. Пысаться. Косить, в общем, да. Ну да, вот сейчас пошел человек, ага, с собакой. Ну. Вот именно под НРС он и косил. Ну и как, успешно? Да, успешно. Блять. Пацаны, у меня еще ожирение было. Ну тоже, блин, в рот его ебать. Саша, а как вот ты относишься к цензуре? Вот она должна быть для рок-музыки? Да или... нет, конечно. Не должно быть, да? Нет. Так же сейчас нельзя вот же матом там ругаться в клубах, там нельзя, за все же могут, да, дергать, штрафы всякие там, блин. Вот, то есть цензуру ведут для рок-музыки, это, по-моему, будет смерть для рок-сцены сразу. Потому что есть, конечно,
Есть же в песнях такие моменты, где вот надо, блядь, матом рубануть, ну, да, блядь, чтобы понятнее было. Ты, значит, считаешь, короче, что цензура не должно быть для рок-музыки. Нет. Блядь, если не будет для рок-музыки, блядь, так все начнут, да, как красная плесень, матюками загибать. Да даже какая там красная плесень, там есть группы похлеще, всякие там ебанько, еще там всякие подобные. Время срать. Там послушаешь, как начинают волосы дыбом вставать. Вон эта группа. Не, ну это уже какая-то вообще... Порно-рэп там. Это пошлятина такая. Ну да, это пошлятина. Я даже не знаю, как это вроде... А если когда там ругнуться там... Ты же в курсе, да, что типа раньше вот слушаешь, там какую-нибудь кассета залетела. Оба матюками поют. О, это крутые панки. Блин, а там вот типа группа ебанько, нахуй, там музыка попсовая, блядь. А песни с матюками непонятно. Знаешь, как типа частушки с матом. Тоже панк-рок. Нет. Нет, это просто. Народный фольклор. А, народный фольклор. Во, как бы. Девичья кал была такая. Да? Да. О, видишь, тоже панк, да, рок. Я у Рэмбо на стене написал не девичья, а девичья. Ты хоть так писал бы правильно. Я еще раз натыкался как-то в 90-х, мне кто-то кассету закинул. Называлась, блядь, группа «Ебло на севере», блядь. Я уж потом узнал, что это какой-то Юргамышский рок-клуб там родил группу. «Ебло на севере». Ух, там песни были, твою ж ты мать. И причем чуваки вообще не стремались петь там. Вообще охренеть. Как-то так. Пацаны, а еще было у меня, помню, денег дохуя. Но я их пропил. Да тоже в рот его ебать.